Всем привет, дорогие друзья! Я нахожусь на работке. Вот мое изобретение искусства, мои коврички. А сегодня дует ветер еще сильнее, чем вчера. Очки мы даже не стали выставлять. А ветер, смотрите, что сделал с нашим гусем, с одним. Он его просто сломал. Вот так. Да, короче... Я приняла решение, что мы сегодня вот эту тыкву будем резать и смотреть, что внутри. Но это будет в конце видео, так что оставайтесь и смотрите до конца. Ягодки у нас появились вот такие в больших стаканчиках теперь микса. Ну то есть здесь все вкусненькое. 300 рублей большой стакан, 0,5 получается. Маленькие стаканчики так и остаются по 100 рублей с ягодками. Кстати, каждый день ягодки приходят новые. Каждый день. Новые, свежие. Это наша кукурузка. Еще минут 15, наверное, и все. Будет готово. Так, ну что, погнали. А, вот новые ягоды, которые пришли сегодня. Все свеженько, вкусненько. Смотрите, какая пришла клубничка. Вкуснейшая. 450 рублей килограмм. Голубичка пришла. Вот это, кстати, ежевика лесная. Она такая вкусная. Она вкуснее, чем обычная ежевика. Эти лоточки. Это вчерашняя земляника. Вот сегодняшняя, вот вчерашняя. Она пришла вот в такой же точно коробке. Вот остаточки от нее. Она уже по 300 рублей. Ну, с ней все в порядке. Только чуть потемнело. И пришла вишня. Вот такая крупная, как черешня. Просто новенькая все. 250 рублей. Сливы, кстати, да. Сливы по 100 рублей. Килограмм. Вкусная. А, помидорчик я вам показывала, наши местные. Вот. Огурчики, баклажаны, перчики. Так, что? А, пришли узбекские нектарины. Я вчера вам, по-моему, все показывала. А ветер был такой силы, что вот эти все мои бальзамчики, которые вот здесь стояли, они просто начали падать, и один вообще упал на пол. Ну, с ним ничего не произошло. Это, скорее всего, лаврушка, которая вот туда-сюда вот так вот бегает из-за ветра, она, скорее всего, и зацепила. Чурчхелы, смотрите, как осталось мало. С другой стороны я вам покажу. Мало. В холодильнике все понятно, у нас в холодильнике все холодненькое. Вот самое главное, арбузик и дынька всегда есть. Так, гранат. Я вот что хотела вам показать. Наше второе помещение. Тут, конечно, сейчас полный кавардак. Но уже постелили ламинат, и сейчас остекление доделают, и сегодня мы открываемся. Как я вам вчера говорила, через пару часов я обязательно сниму вам видео и покажу, как это все у нас красиво будет выглядеть. Смотрите, какая вкусняшка у меня здесь. У нас будут разного вида коктейли, безалкогольные, естественно, и со льдом. Лед уже привезли. Сироп есть, надо уже открываться. Ну, сегодня уже будем открываться. Покажу один лайфхак, обязательно им пользуйтесь. Я устала с этим бороться уже, вот с этим. Ну, сколько можно, пожалуйста, вернись на место. Сейчас я вам покажу лайфхак, как с этим бороться. Вот с этим. Хожу, только поправляю все. Играют со мной они, смотри, ценники. Ну, ветерочек какой. Окей. Я не с ними не справлюсь. Я вас умоляю. Ой-ой-ой. Смотрите, что я сделала. Теперь у меня этой проблемки нет. Смотрите, шаловливый. Ну, и с этим ценником я, конечно, могу справиться. Но не буду. Вот. Вот. Ясно? Что вы думали? Самые хитрые? Размечтались. Я сейчас так все сделаю. Тоже мне играют со мной. Да ладно, малыш, ты не переживай, тебя не будут трогать. Ну, в принципе, я довольна. Хотя бы частично они меня не раздражают. А все остальное, ладно уж, повыпрямляю, ничего страшного. Боже, вообще-то сильная уральская женщина, на секундочку. Это вам не шуточки.
проходила семья, там девочка у них маленькая несла коктейль молочный и уронила его на асфальт, и просто все развелось вот так вот, это было вот здесь вот. Ну, сейчас уже высохло, вон видно отголоски этого коктейля. Смыли водой мы. А, значит, и подходит отец и просто поднимает стакан, там такой огромный бумажный стакан, и просто берет его, кидает вон туда, в мусор, ну, просто в кусты. Я ему говорю, а зачем вы сюда кидаете? Мусорка же есть. Где у вас тут мусорки? Я говорю, ну я откуда знаю? Ну можно же взять, но это объемный мусор, и как бы, ну, не мусорят местные вот так вот, как это делают туристы. Вот я сегодня прям наглядно это видела. И вот он пошел, взял с психом этот стакан из кустов, но крышку с трубочкой так и оставил с разлитым коктейлем на полу. Я думаю, нормально, молодцы просто ребята. Обидно, знаете, когда, ну, город действительно чистый, и просто берут и кидают это все на природу, становится как-то обидно, жалко нашу природу, наш город. Поэтому, ребятки, пожалуйста, не мусорите, и в своих городах тоже. А мы сегодня открываемся, сейчас там чудо происходит, и мы открываемся, запускаемся. Очень круто, время сейчас 5 вечера, сейчас часок и пойдет народ. Ну что, каждый день в одно и то же время она ко мне приходит, да? Она, точнее, приходит не ко мне, она приходит, это моська, вон туда, шаурмичную выпрашивать косточки, да? А все, что я ей даю поесть, она не ест. Ни котлеты, ни мяско, ничего. Вообще зажравшееся животное. Она же скинулась на коврик на мой, вообще-то. Ага. Вот, вот, позвали, все, побежала. Тёлка типичная такая. Летают, значит, над городом-то все-таки. Прикольно им, я бы тоже хотела хоть раз в жизни полететь на вертолете. У нас вечереет, время около 7 вечера. Народ еще пока не активизировался так сильно. Ого, Моцарт, что ли? Вот такой звук был, как будто тут тачка спортивная. Мои коврики. И офигенное нервное настроение у меня сегодня, потому что ветер сегодня мне просто не дает ничего спокойно делать. До сих пор причем. Жень, как дела? Добрый вечер. Марсель. Я военный, меня не снимают. Почему? Это прикольно, просто видео. Нифига у тебя чувство юмора. Так, давайте пройдемся по тому, что у нас сегодня, во-первых, появилось по фруктам и овощам. Марсель сегодня ездил и к вечерку все привез. И, естественно, вторая точка у нас уже готова к открытию. Я вам сейчас обязательно все покажу. Народ ходит, время 9 вечера. Пятьдесят штук. Да. Да. Так, ну что, вот у нас пришли персики. Стоимость 220 килограмм уже раскуплена. А, значит, инжир у нас уже подраскуплен. Инжир начали сейчас очень активно брать. Не знаю, с чем это связано. Вот, ну а вот, вот столько уже разобрано, столько осталось. 50 рублей штука. Клубничка 450 рублей килограмм. И лоточка малина и ежевика по 400 рублей лоточек. Вся идеальненькая, вся вкусненькая, вся спеленькая. Ну, мороженое я вам уже показывала. Вот пришел у нас новый виноград. Он с косточками. Такой вот красивый виноград. Да, стоимость его 270 рублей килограмм. Вишню я уже показала. Еще пришли персики. Тоже уже подраскуплены. Так, ну тут, вот смотрите, какие пришли нектарины. Я так понимаю, что это, наверное, какая-нибудь Турция, потому что они прям такие все люкс, супер люкс даже. Ну, все такие идеальные. Я не пробовала их еще, не могу ничего сказать. Пришли помидоры вот такого вида сейчас. То есть были у нас розовые помидорки, а сейчас вот такие вот прям... алые, яркие, красные. Новые огурчики пришли. Лайфхак мой до сих пор работает. 80 рублей килограмм. Белый лук пришел 100 рублей килограмм. И красный лук пришел как
формы обычного репчатого лука. Вот крымский лук, картошечка. И вот так смотрим мы, что у нас получилось. Смотрите, вот эта вся стойка, вся полностью сделана ребятами за... Не буду говорить, сколько дней, но это все сделано вручную, своими силами, и это очень здорово. Вот такая стойка, это здесь у нас останется. Ну, то есть тут стоял холодильник, а здесь вот эта стойка. Положили ламинат, был ламинат. Вы помните, что я вообще показывала, когда я только зашла вот с этой двери и показала, как это все здесь выглядит? Это было очень жестко. Ну, то есть сейчас изменения глобальные. Ролеты откроются, мы уже готовы к открытию, и все, и наша точка с выпечкой будет работать. Смотрите, как все красиво, все прям чистенько, все мы сделали. А, даже восточные сладости у нас появились, пахлава, вкусняшки, выпечка. В общем, все очень вкусное, все всегда будет свежее. Мы по два раза... Вот, наш первый покупатель! Заходите! Итак, наши первые покупатели. Ну что я опять хочу сказать? А что по поводу выпечки у нас? Смотрите, как все четко. Сосиски в тесте. Фантазия. Все очень... Мы в таком месте покупаем. И, кстати, Марсель будет сказал привозить два раза в день, чтобы всегда все было свежее. Просто не в большом количестве, вот по 5, по 6 штучек. Так она называется не гиджа, а гижда. Ничего страшного, вы это слово не знаете и не обратите внимания на ошибочку. Пирожки с картошкой, пирожки с мясом. О, да я на кексик не сделала ценник. Оп-оп-оп. Вот. Вот такая вкусняшка, такая вкусняшка. Самса с говядиной, самса с курицей, хачапури, сыр, зелень. Хлебушек, естественно. Лепешечки, батончики и кирпичный хлеб. Ну и вкусняшки, которые я вам уже показала. Пицца, смотрите. Ням-ням-ням. Вот так вот все будет выглядеть. Немного будет, ну, всякого разнообразия, потому что хламить незачем, этого достаточно. Ну, конечно, позиции еще прибавятся. Вот, микроволновочка у нас есть, чай горячий, холодный есть, кофе у нас будет. Еще у нас будут, кстати, супер коктейли и лимонады, все холодное со льдом в блендере, в арбузах, в дынях и в ананасах. Вот, скоро мы это тоже введем. И вот у нас холодильничек. Тут все напиточки и арбузы, естественно, хранятся. Да, вот такая вот вкусняшечка. Ну что, давайте с вами резать тыкву, как я и обещала. Так, дорогие друзья, зачем камера вот так вот сейчас меня подводит? Дорогие друзья, что я вам говорила сегодня, что мы будем снимать тыкву, вот эту тыкву в разрезе. Я покажу обязательно, что там, потому что очень много вопросов поступало мне. И вот я вот, она сломалась, я хочу сейчас разрезать. Жень, нормально все у тебя? Ты такая вообще, без пар... Ого, приветики. Так, ну что, начнем, пожалуй. Давайте сначала мы будем вот эту резать. Ого. Вот так выглядит она. Ну, вот этот вот, то есть отросточек. Белая внутри. Ну, понятно это, наверное. Не поищи, давно. Так, эту часть мы. Что? Так. Режем. Все просто думают, что это арбуз прохожий, а это не арбуз. Ой-ой-ой. Она очень туго режется, если честно. Как это вы умудрились? Так, что мы? Интересно вам, что это? Я такое впечатление, что режу арбуз, слушай, реально. Женя, это что такое? Зубы посыпались. Зубы посыпались. Да тури. Это что такое? Смотрите.
Вот ваши, ой, ваши, вот все зубы, смотрите. Ого! Капец! Вот это интересно. Так здесь одни, по сути, семечки, тут есть нечего. А? Да? Смотрите, просто. Это интересно. Что, ты попробовала на вкус? Какая вкусняшка. 31, бля. Одна, а, да. Ты посланник, я такой, да, у него такие целуны. Зубы выпали. Да что-то многовато зубов, мне кажется. Зубы выпали. А это мои зубы на завтра. Ну, короче, это вот так вот. Вот так вот она выглядит внутри. Я ни разу не ела, не пробовала даже тыкву. Я не знаю, что это такое. Но это очень круто, на самом деле. Очень много семечек. В виде реально, в виде зубов. Круто. Вообще. Ну, Марсель, кстати, заберет что-то готовить. Вообще прикольно. Каждая семечка покрыта какой-то оболочкой. Класс. Вот так вот выглядит у нас тыква. Да, в разрезе. Думаю, вам понравилось. В следующем видео будем еще что-нибудь резать и показывать. Все для вас. Так, ребята, что я могу сказать? Выпечка у нас уже готова. Приходите, покупайте, угощайтесь. Это очень все вкусно. Все свежее всегда будет. Лимонадики, коктейльчики будут, водичка. Все есть, все очень клево. Так что на сегодня я свой влог заканчиваю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и приходите в наш... Чурчхелло, я вам не показала. Какое разнообразие чурчхелло сегодня пришло. Огромное количество с инжиром. Посмотрите, сколько пришло. Получается, у нас сейчас 4 вкуса с инжиром чурчхелло. Одна штучка стоит вот этого 200 рублей. Эти 150 длинные, короткие, вот эти вот такие жирненькие, вот до сюда, они стоят 100, эти все стоят по 70, да. Приходите в наш бутик на Советскую 34 и подписывайтесь на канал, и всего хорошего, спасибо, до свидания.